Первые европейские газеты появились в XVI веке в Венеции. На тот момент он был крупным финансовым центром. Слово «газета» произошло от монеты, которую покупатели могли обменять на информационный листок. Узнать историю печатных изданий могут жители областного центра. Книжная выставка, посвященная Дню российской печати, открылась в областной универсальной научной библиотеке. Со статьями о возникновении газет, рукописями и, конечно же, историей ЕАУ посетители могут познакомиться до конца января. Книги представлены, также представлены у нас здесь копии картинок. Мы специально делали, чтобы чем-то украсить нашу выставку, иллюстративным каким-то материалом. Кроме того, представлены копии передовиц газет, вот таких как «Антарктик Сан». Всем известна газета, которая печатается в Антарктиде. Почетное место занимают газеты «Автономии», «Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер Штерн», которые в прошлом году отметили свое 90-летие. Это старейшие печатные издания ЕАО, которые пользуются популярностью среди читателей области и далеко за ее пределами. Дарья Куприна, Денис Листюхин, Новости 21.